квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределами мечтания этого имени. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Буква К символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. У носителя этого имени есть проницательное воображение, полет фантазии, блестящий ум, порой на грани гениальности. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. В основном у владельцев этого имени проявляется неуверенность в себе, подверженность чужому влиянию, но если его мнение совпадает с мнением окружающих, это дает носителю имени много энергетики и движение вперед для намеченной цели. Таких людей стоит выслушать и посоветовать дельный вариант в однородной ноте. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. У этого человека светлый ум, и они полны оригинальных идей. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Звук Х в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква С в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Значение буквы М в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. От душевного мятежа многие приходят к религии. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.